Всем доброе утро. Встал я сегодня на веса, немножко приобалдел. Прикольное слово. В общем, решила худеть. Потому что бегом, то есть он какой-то дает свой эффект в похудении. Но здесь еще важно правильное питание. В общем, с понедельника перехожу на правильное питание, на занятия спортом. Добавится к этому еще спортзал, тренировки. То есть тренировки у меня расписаны. Так что будет такое некое реалити, как я буду сбрасывать. Ну, мне нужно сейчас 10 килограмм сбросить. То есть, как я буду десяточку сбрасывать. Потому что десяточку мне бежать надо. Вот десяточку мне надо сбросить, чтобы легче мне и бежать было. Потому что вес не критичный, но довольно уже большой. То есть, не знаю. Что-то с этими переездами и с прочей работой подзапустил себя. Так что, если у вас какие-то мысли, если вы знаете еще какие-то диеты, тренировки, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Буду очень признателен. Так что, с завтрашнего дня я начинаю свою диету. Ну, там, смотрите, не совсем диета. То есть, там будет нормальное правильное питание и занятия спортом. То есть, с понедельника я, в общем, начинаю свое такое похудение на 10 килограмм. То есть мне нужно минимум сбросить 10 килограмм. Я не знаю, как это будет, сколько это будет, но в общем следите. Влог выходит каждый день. Буду рассказывать свои ощущения, поделюсь меню, то, что я ем. Ну, возможно, вы что-то другое еще посоветуете. Так что давайте начнем. Если кому-то интересно, присоединяйтесь ко мне. Я выложу меню и выложу расписанное меню, тренировки, что нужно делать. Так что, если тоже кто-то хочет, присоединяйтесь с удовольствием. Вместе будем худеть. Вот так. Еще, кстати, пару слов о диетах. Но это мое личное мнение. Я считаю, что к диетам и к тренировкам нужно подходить с умом, а именно обратиться к специалисту, к профессионалу, который вам распишет индивидуальную диету, индивидуальную тренировку. То есть, давайте я расскажу, то есть, как мне писали вот эту диету, которая находится под видео. Режим питания. Это не совсем диета, потому что там, ну, еда довольно-таки хорошая, вкусная. Смотрите, мы с этим человеком, ну, довольно давно знакомы. И он, если меня память не изменяет, боюсь ошибиться, ну ладно. Он спортивный врач главной израильской команды, по-моему, так. И мы с ним довольно знакомы давно, и у меня давно уже была идея похудеть. Я ему написал, говорю: Мариус, так и так, вот хочу вес сбросить, не мышцы накачать, а хочу просто вес сбросить, потому что, ну, с моим ростом 168 сантиметров, как бы 90 килограмм, это, ну, очень-очень много. Он говорит: ну хорошо, напиши мне, что ты ешь обычно вот день. То есть вот правильный подход человека, сразу говорит: напиши мне, что ты кушаешь в течение дня. И я потом под тебя сделаю именно такое питание. Плюс напиши, говорит, еще предпочтения свои, что ты любишь, что ты не любишь. В общем, я ему расписал, как проходит мой день, что я кушаю в течение дня, что не кушаю, что люблю, что не люблю. И он мне составил такой график питания. Причем завтра там три варианта. Либо этот, либо этот, либо этот. Ты, в общем, для себя сам выбираешь. Обед. Иди. Смотрите, там пятиразовое питание. Это первый завтрак. Это 7 утра. Это, опять же, в зависимости, во сколько вы просыпаетесь. Первый завтрак 7 утра. Второй завтрак в 10. Потом в 13 у нас обед. Потом в 16 у нас такой перекус. И ужин основное. То есть это вот 5 раз. Плюс в день нужно выпить 2,5 литра воды. Много ходит легенд, споров по поводу пить воду, не пить воду. Ну, я больше склонен доверять, что нужно пить воду все-таки, чем ее не пить. И пить именно нужно столько, сколько там нужно для организма. Вот именно как специалист говорит, 2,5 литра. Вот нужно пить 2,5 литра. То есть и
И были результаты, кстати, были неплохие результаты, но потом там переезды, потом еще там болезнь, и вот так вот подзапустил. И сегодня, ставший на веса, увидев вот те цифры страшные, я понял, что ну все, как бы дальше уже некуда, и контрольная точка, это как раз будет ребенок пойдет в первый класс, а я начну правильно питаться и буду худеть, потому что хочу как минимум сбросить 10 килограмм, может, в течение месяца, полутора месяцев. То есть максимум за 2 месяца мне нужно сбросить 10 килограмм. Получится больше, меньше, ну, не хотелось бы. Так что, ну, это мое личное мнение к диетам, что нужно к ним подходить вот именно с умом. Не то, что не жрать ничего, там, как девочки делают. Да, я сегодня не ем, там, я завтра ем, там, или в среду ем, в пятницу не ем, там, или на гречке буду, на молоке сидеть, там, на цитрусах каких-то. Ну, это бред. То есть я понимаю, что нужно кушать, кушать нужно все. И нужно лучше со специалистом советоваться, чем не жрать, а потом нажираться, как свинья. Вот так. Ну, это мое личное мнение. Так что, если у вас другое мнение, напишите тоже в комментариях. Почитаю, будет интересно. Уже по хорошей такой традиции мы каждые выходные жарим что-нибудь. Или мясо, или колбаски, или шашлык. Сегодня тоже не исключение. Сегодня мы на другом мангале, на другом гриле будем жарить вот такие вот колбаски. Это белые колбаски, такие перченые, хорошие. А завтра у нас официально 1 сентября, хотя завтра 4. Но поэтому у нас, ну, в общем, первый раз мы идем в школу. 1 сентября у нас не было, но 4 сентября нам уже идти в школу, то есть завтра. Завтра пойдем в школу, посмотрим, что у нас там, какие книжки нужны, какие занятия будут, какое время будет. То есть завтра будет очень много-много информации. Ну и посмотрим, завтра линейка, наверное, первая будет какая-то. И, наконец-то, я все-таки добил бассейн, разобрал его. Вот он лежит, вот подложка под него. Единственный минус, это вот эта вещь, вот этот круг. Это вот после него остается на зеленом. Так что мы решили на следующий год уже, ну, там не стелить, а будем где-то делать вот здесь. Растелим вот здесь и подложку какую-то сделаем, и будет у нас тут бассейн стоять. Потому что все-таки, ну, вот этот вид, это не очень хорошо и для зелени, и для травы, то есть это очень плохо. Ну, вот так вот у нас и день прошел. Кстати, по поводу похудения, по поводу занятия спортом, напоминаю, что я оставлю свой распорядок дня под видео. То есть это, смотрите, распорядок дня я взял не с головы. То есть мне его составлял специалист. Я обратился к специалисту. Когда-то давно обратился к специалисту, он мне его делал. И мы уже пытались кушать правильно, и у нас все получалось. Но потом есть жизненные обстоятельства. То есть мы как-то это все запустили. В частности, я. И сейчас я откопал из архива опять это питание, опять список программы тренировок физических своих в тренажерном зале. И я, кстати, вот свое питание выложу под видео. Возможно, из вас кто-то специалист, возможно, вы что-то там другое увидите или что-то порекомендуете мне другое. Ну, с удовольствием прочту. Так что обязательно пишите в комментариях свое мнение. Ну и присоединяйтесь ко мне к похудению. Если, в принципе, вам такой рацион подходит, то присоединяйтесь. Берите мой рацион дня и будем вместе худеть. Ну а сегодня у меня последний такой жирный праздник живота. Сейчас поедим колбасок, что-нибудь еще съедим. Ну и все. И завтра новый день. Завтра, кстати, я вам покажу, в завтрашнем видео я покажу закупки. То есть, что я буду покупать, сколько это стоит. Потому что многие говорят, что правильное питание — это очень дорого. Как бы бытует такое мнение, что правильное питание — это дорогое. То есть, дорогие продукты какие-то там. Цены космические. Ну, завтра я вам покажу. То есть завтра я
буду покупать продукты именно по тому списку, который мне написали, по тому меню, по тому рациону. Я вот завтра на недельку скуплюсь, и мы посчитаем, насколько я скупился, чтобы неделю правильно питаться. Так что обязательно дождитесь видео завтрашнего и не пропустите его. А чтобы не пропустить, поставьте колокольчик. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всего вам доброго.